Об этих и других новостях в прямом эфире в студии Ктанзийский. Здравствуйте. В Нринмаре к вводу в эксплуатацию готов новый детский сад, что на лесозаводе. Региональная госинспекция строительного и жилищного надзора выдала соответствующее заключение. Современное здание отвечает всем требованиям технических регламентов и проектной документации. Новый детский сад-ясли с бассейном рассчитан на 220 мест. Дату открытия сада пока не называют, поскольку заказчик-застройщик, ненецкая нефтяная компания, должен получить дополнительное разрешение на ввод объекта от городской администрации. Напомню, строительство здания началось в 2012 году и проходило в рамках соглашения между администрацией Ненецкого округа и ненецкой нефтяной компанией, которая полностью взяла на себя обязательства по финансированию строительства социального учреждения. Работы подрядная организация «Нринмарстрой» завершила в декабре прошлого года. Почти два месяца проводилась проверка объекта и исполнительной документации. Были обследованы все строительные конструкции и инженерные системы. В ходе проверки были выявлены различные замечания, касающиеся нарушений СНИПов и ГОСТов. Повторная итоговая проверка, состоявшаяся в конце февраля, показала, что все ранее выявленные замечания и нарушения устранены. А значит, детский сад можно вводить в эксплуатацию.